Итак, друзья, что-то мы с вами прозевали. В Яндекс.Навигаторе Алиса уже появилась достаточно давно, а вот в Яндекс.Картах Алиса появилась совсем недавно. Значит, и давайте сейчас посмотрим, как все это работает. Вот здесь у нас, как видите, значок, и поехали. Смотрите, появилась совсем недавно, а значит... А, ну это же мой текст, черт возьми. Ну давайте, расскажи анекдот. Для того, чтобы люди мимо очереди не забегали к терапевту, только спросить. В больницах перед кабинетами будут установлены лежачие доктора. Я не слушал шутку, друзья. Я просто сижу в наушниках. Погода в Великом Новгороде. Сейчас в Великом Новгороде минус 6, пасмурно. Построй маршрут в Москву. Хорошо. Вот как видите, строит, какое-то время занимает, кстати, не удалось определить местоположение. Но это потому, что у нас GPS не включено. Давайте еще раз. Повторить. Ну, короче, из-за GPS, друзья. О, все. Наконец-то построил дорогу в Москву. Причем, смотрите, здесь есть, естественно, варианты, различные варианты с разным временем. И, надеюсь, платную дорогу тут отмечают, либо нет, но я не знаю. Друзья, короче, что у нас здесь есть? Да? Ну, в основном только Алиса из новенького, да, ну и это уже очень хорошо. И в целом радует нас, и в целом все та же Алиса, просто если вы поставили, если вы курьер, либо постоянно в Яндекс.Картах, да, по каким-то причинам, либо просто пеший, да, то, конечно же, вам, вы просто сидите в навигаторе, да, в Яндекс.Картах, и, соответственно, теперь у вас еще есть и Алиса, которую можете параллельно задавать вопросы, значит, и так далее, и тому подобное. Друзья, вот, собственно, вот так вот, я не знаю еще, что добавить, конечно, панорамы Санкт-Петербурга, какие красивые дома, какие красивейшие дома. Друзья, это Питер, детка, там вот такие красивые, да, родина великого вождя. Друзья, ну вот как-то так, вот такая вот новость уже, конечно, она не совсем новая, но вот такая вот. А как это было в 2009 году? В 2009 году было красивее. Ну, друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Ссылки будут, как всегда, в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.